Ученики 10 класса Лесногородской школы Кирилл и Роман в числе лучших. Черный пояс по карате, победители многих спортивных соревнований, отличная успеваемость в школе. Ребята готовятся поступать в военные вузы. Участие в первой смене военно-патриотического лагеря «Авангард» – хорошая возможность попробовать себя в будущей профессии. Там будут спортивные мероприятия, посвященные военному делу. Мы будем как и стрелять, так и какая-то виртуальная реальность будет. Аэротруба будет очень интересно попробовать. Планируется получить только положительные эмоции, вот, провести хорошо время со своим другом, вот, а также участвовать в соревнованиях, как, надеюсь, мы их выиграем. Стрельба из различных видов оружия, прыжки с парашютом, тренировки в аэротрубе, игры и соревнования военной направленности. 5 дней на территории парка «Патриот» лучшие ученики Московской области будут тренироваться, соревноваться в выносливости и ловкости, учиться настоящему мужскому делу. Это воспитывает мужественность, это воспитывает любовь к родине. А наша родина начинается с семьи. И я так думаю, их территориальная удаленность от семьи покажет им, что значит семья, покажет им, что такое дружба. 86 юношей из 15 школ Одинцовского городского округа станут первопроходцами. Программа военно-патриотического воспитания молодежи при поддержке Министерства обороны Российской Федерации запускается впервые. Круглогодично центр «Авангард» будет обучать ребят со всей страны. Вы попадаете в историю, потому что вы первые будете посетители этого учебного патриотического центра нашей страны. Вас отобрали первыми. Поэтому вы сегодня заезжаете туда, и потом после вашего посещения активного участия туда приедут все патриоты, все юноши с нашей страны. Напутственные слова, посадка в автобусы и в дорогу. Впереди у ребят размещение, получение новой формы, инструктаж. Далее каждый день расписан по минутам. По окончании смены большая игра за переходящий кубок «Тайна авангарда». Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».